Джай Радха Мадхава, Джая Кунджа Бихари, Мадхава, Джая Кунджа Бихари. Джая Гопи Джана Баллабха, Джая Гири Мурарари, Джая Гири, Джая Гопи Джана Баллабха, Джая Гири Мурарари. Я шаданам данам раджа джанаранджана, Я шаданам данам раджа джанаранджана, Я шаданам Я шаданам данам раджа джанаранджана, Я шаданам Ямуна Тиравана Чари, Ямуна Тиравана Чари, Джай Радха Мадхава, Джая Кунджа Бихари, Джай Радха Мадхава, Джая Кунджа Бихари, Радха Мадхава, Джая Гопи Джана Баллабха, Джая Гири Варадари, Джая Джая Гопи Джана Баллабха, Джая Гири Варадари, Джая Шаданам данам раджа джанаранджана, Я 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 Ямуна Тиравана Чари, Ямуна Тиравана Чари, Ямуна Хоре Кришна, Хоре Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Рама, Хари Рама. Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Харе Кришна.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Goranitai, 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 Jaya Goranitai, Jaya. Jaya Jaya Prabhupat, 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 Jaya Jaya Prabhupat, Jaya Jaya Prabhupat. Бор Преманандхи, Кришна Киртана Ки. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песня четвертая. Глава тринадцатая. Стих у нас какой сегодня? 25-й. Майтрея увача, Анга, Ашвамедхам, Раджариши, Аджахара, Махакратум, На, Аджагмут, Девата, Тасмин, Ахута, Брамавадибхи. Майтрея увача, Ангашвамедхам Раджаршир, Ангашвамедхам Раджаршир,
Аджахарамахакратум. Аджахарамахакратум. Наджагмурдеватастасмин. Наджагмурдеватастасмин. Ахута брамавадиби. Ахута брамавадиби. Ангашвамедхам раджарши. Аджахарамахакратум. Наджагмурдеватастасмин. Ахута брамавадиби. Майтрея Увача. Майтрея сказал: Анга, Анга, Ашвамедхам, Ашвамедха, Раджариши, Святой Царь, Аджахара совершил Махакратум. Великое жертвоприношение. На? Не. Аджагму? Явились. Девата? Полубоги. Тасмин? На это. Ахута? Приглашенные. Брамавади би? Искусные браманы. Шри Майтрея ответил. Вот на что он ответил, это в предыдущем стихе Видура задал вопрос. О таком потомке Друва Махараджа, как Вена. Царь Вена, великий злодей, отправленный брахманами в ад непосредственно. Вот, и Видура поинтересовался, что же это за персонаж такой, что называется, в семье не без урода. У великого преданного Друва Махараджа, да, появился такой потомок Вена, и Майтрея начинает рассказывать предысторию. Он говорит: Видура, однажды великий царь Анга задумал совершить великое жертвоприношение, называемое Ашвамедха. Почему он так называется, неизвестно. Потому что коня, ашва – это конь. Ашва. Медха. Медха имеет много значений, кстати. Но одно из значений – это жертвоприношение. Отсюда вот гриха медхи – это те, кто дома совершают жертвоприношение.
Это вообще нейтральный был термин в ведические времена, но вот Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, он его сделал, так сказать, ругательным вообще термином. Противопоставлял грехастх и грехометх. Вот. Потому что там подразумевается, что за жертвоприношение, что же надо знать. Это просто в ведические времена. Вот функцию, которую сейчас выполняют наука и техника, тогда выполняла жертвоприношение, яги. То есть какие-то материальные нужды удовлетворялись через ягью. Такая была наука жертвоприношения. И поэтому, как правило, вот эти грехометхи совершали жертвоприношение ради материальных целей каких-то. Поэтому такой термин стал, видите, негативный. В отличие от грехастха. Грехастха – это ашрам, значит, конкретно. Это определенная стадия духовного развития человека, кстати. Там, правда, конечно, есть материальный аспект значительный, но, тем не менее, там замысел – это духовное развитие. Итак, что же ответил Майтрея? Да, это он начал свой ответ на вопрос Видуры. Он сказал, что Анга начал это жертвоприношение Ашвамедха. Присутствовавшие на этом жертвоприношении брахманы знали, как вызывать полубогов. Это важный такой момент ведических жертвоприношений. Там непосредственно они адресованы полубогам. Эти жертвоприношения, но те принимают жертвоприношения от имени Всевышнего Господа, на самом деле. Поэтому Анга в действительности это преданный, это не материалист, который совершает жертвоприношения, а это преданный. Комментаторы там объясняют этот момент. Просто такая довольно типичная ситуация с этой династией Друва Махараджа, что по нисходящей там получилось, видите, там, значит, сын был великий преданный, Махабхагавата мы знаем из прошлых стихов, Уткала, вот, его сын Анга уже был просто преданный, просто. Невеликий. А у того вообще родился сын, вообще выродок полный, это вена. Вот, вот это опасность. Даже грехастха ашрама, что уж говорить о грехометхах. Но там-то были грехастхи, тем не менее. Вот, и, значит, уже вот мы здесь сталкиваемся с дурным предзнаменованием. Вот это жертвоприношение ашваметха, хотя брахманы по всем правилам там пригласили полубогов, однако, несмотря на все старания этих брахманов, ни один из полубогов не явился на жертвоприношение. Так, вот это уже дурной знак был, предзнаменование такое. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ведическое жертвоприношение нельзя считать просто ритуалом, в нем принимали участие полубоги. Кроме того, принесенное в жертву животное, в данном случае конь, животное обретало новую жизнь. Но в наше время не осталось таких могущественных брахманов, которые способны вызывать полубогов или животному давать новое тело. В былые времена брахманы знали, как следует произносить ведические мантры и могли продемонстрировать их могущество. Но поскольку сейчас таких брахманов не осталось, подобные жертвоприношения запрещены. Заклание коня называлось ашвамедха. А иногда в жертву приносили корову, гава-ламба. Это другое жертвоприношение, гава-ламба. Но не для того, чтобы ее съесть потом, а чтобы дать ей новую жизнь и тем самым продемонстрировать могущество мандры. То есть это, как мы уже говорили, это
наука ведическая, вот эти жертвоприношения. И там была экспериментальная часть в этой науке, как положено. Значит, вот квалификация брахманов проверялась. Значит, царь затевал жертвоприношение с какой-то целью своей, да, но будет ли она достигнута, это проверялось вот этим методом, что животное там убивалось на этом жертвоприношении, и оно должно было, если брахманы квалифицированы, оно должно было выйти из огня в новом теле. Понимаете? Вот это была, так сказать, экспериментальная часть. И, значит, как Шрила Прабхупада здесь говорит, что так демонстрировалась не только квалификация брахманов, но и могущество мантры самой, которая используется при жертвоприношении. Но в наш век Кали можно совершать только одну ягью, санкиртана ягью, постоянно повторяя мантру Хари Кришна. Там в оригинале, конечно, не имеется в виду, что только повторять, там такое слово использовано, которое означает также петь. То есть петь и повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И в оригинале там Шрила Прабхупада говорит 24 часа в сутки. Точнее, чем в русском. В русском так немножко смягчено, чтобы не пугать читателей. А там Шрила Прабхупада говорит 24 часа в сутки повторять. Ну, это имеется в виду, что значит, вот мы можем видеть там садху во Вриндаване повторяют во время еды, например, он прямо так повторяет. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Вот. И также во сне можно вполне повторять Харе Кришна. Или, как предписывал Вамшидас Бабаджи, вот последний великий Бабаджи в нашей линии, он предписывал, каким образом, значит, режим дня. Это 22 часа, по-моему, 22 часа баджан и 2 часа даршан Рада Кришны во сне. Такой вариант. Тоже получается, в общем-то, 24 часа заняты в сознании Кришны. Вот. Это санкиртана ягья, это жертвоприношение для нашего века, но непосредственно сейчас у нас в Бхагаватам пойдет речь о ведическом этом методе достижения целей в жертвоприношениях. Шрила Прабхупада неоднократно значит, эту тему жертвоприношений освещал в своих книгах. Например, как вы, наверное, знаете, в Бхагавад-гите есть довольно большой фрагмент, там 10 или даже 11 стихов, посвященных яге. Кто-то знает, в какой главе это вообще? Нет. Не в третьей, а в четвертой. Да, в четвертой главе. Я все жду, когда здесь Бхагавад-гита войдет в моду. И уже будут люди читать. Да, там вот в четвертой главе довольно, да, 10 или 11 стихов подряд. Это прямо это стихи, предшествующие знаменитому стиху, который, как правило, знают все, кто собираются инициироваться, да, потому что там обязательно надо его знать. Тадвильи пранипатана парипрасняна севая. Вот прямо перед ним идет большой фрагмент о жертвоприношениях, и там очень ценные комментарии Шрилы Прабхупады. Но особенно ценные комментарии это вот к 28 стиху. Вы можете себе там где-то записать. Комментарии на 4.28. Вот это Дравья ягья, стопы ягья, йога ягья, стадха паре, садья гьяна, ягьяшча, ята я, сам шита врата.
Кришна говорит там, что некоторые просветляются, вот он использует, Шрила Прабхупада, такое слово, потому что это как бы духовная цель жертвоприношения, это очищение всех участников. Поэтому Шрила Прабхупада так переводил этот стих, что все просветляются, вернее, некоторые просветляются, приняв суровые обеты и принося в жертву собственность свою. Это явное просветление, потому что на самом-то деле ничего моего нет. Это выясняется. Там жизнь человека так устроена, интересно, что значит, сколько-то лет он хапает что-то такое, вокруг него все там нарастает, как снежный ком. Помню, даже в советское время был такой термин неодобрительный. Хозяйственное обрастание называлось. Вот это судьба, так сказать, человека. Он, значит, обрастает там этой собственностью. И потом, значит, он все это оставляет. Вот удивительный факт. Там хапал, хапал, говорил, мое. И все осталось, казалось бы. Да, спрашивают, это чье? И никто уже даже не знает, чье это вообще. Это другой термин есть. Выморочное имущество называется. Вообще неизвестно. Имущество нахапал. И ушел сам куда. Куда ушел, не знаем. Как Державин писал в своей знаменитой оде. Так что материальное существование полностью абсурдно. Совершенно абсурдно. От начала до конца. Вот это надо всегда помнить. Вот. И Шрила Прабхупада говорит, да, вот просветляются люди, жертвуя собственностью, они должны привыкать к тому, что да ничего тут нашего нет вообще. Мы тут, строго говоря, если можно так выразиться, по какому-то тягостному недоразумению вообще оказались. Недоразумению, вот разума, в смысле, не до разума. Разума не хватило, и получили тело. И теперь вот еще, значит, помимо вот этого ложного я еще должен набрать тут ложного моего еще. Понимаете, мало ложного я, еще ложного моего надо. И вот это просветление, оно достигается принесением в жертву. Там вот троякий вот этот метод, да, дана, тапа, яги. Ну, вот это очищение, так сказать, или просветление. Значит, тапа – это значит, что я иду наперекор побуждениям чувств этого тела. Так? Тело что-то хочет, там вот, допустим, после экадыша тело хочет спать. Вот. Но некоторые там великие души, они приходят на лекцию все равно, понимаете? Невеликие, они, конечно, спят, разумеется, сдавшись телу. Но великие совершают аскезу, особенно такую лекцию слушать, это великая аскеза вообще. Вот, и они, значит, совершают наперекор чувствам и уму, который ум говорит, что вообще, может быть, не стоит такую лекцию слушать, но великие души наперекор чувствам и уму остаются, ну, хотя бы какое-то время, так сказать, остаются на лекции в бодрственном состоянии. Вот. И Шрила Прабхупада так переводит вот этот стих 28 из 4 главы Бхагавад-гиты, что другие просветляются суровыми аскезами, так, практикуя восьмиступенчатую йогу, там, строго говоря, правильнее говорить восьмизвенную, потому что это не вполне ступени, вот то, что там подразумевается, восемь этих. Анг недаром называется аштанга, да? Аштанга – это буквально, значит, именно восемь звеньев. Вот. И потому что, например, восьмое состояние самадхи – это не является ступенью какой-то, ведущей куда-то, а это просто цель в данном случае в этой системе йоги.
И также Кришна называет среди вот этих методов просветления, он называет изучение вед, там свадьяя, очень важный термин, вот как книги читать, вот это в этом термине заложен секрет, как надо читать книги, свадьяя, понимаете, изучение вед, свадьяя буквально значит размышление о себе многогрешном, понимаете, свадьяя. Ну, то есть книги надо читать так, как будто это все про нас говорится, да, как есть такой, значит, тоже оборот, читать про себя, да. Так вот, про себя надо читать. Даже если вслух читаешь, все равно надо читать свадьяя тогда будет. Про себя надо извлекать для себя какие-то выводы, понимаете? И это будет просветлять, вот в этом стихе говорится так. Шрила Прабхупада, вот перевод этого стиха подытоживает таким образом, что ради прогресса в трансцендентном знании. Вот, то есть вот эта яги, эта ведическая карма должна была обеспечивать прогресс в знании. Вот это просветление должно было быть, протрезвление, так сказать, потому что материальная жизнь описывается в книгах Шрилы Прабхупады, вышедшим из употребления термином inebriety, английское слово, которое осталось только в медицинской терминологии, там это опьянение имеется в виду, там, которое требует вытрезвления, вот это inebriety, но у него это в древнем варианте используется в более широком значении, так сказать, общее помрачение, так сказать. Вот это неизбежно происходит в материальной жизни, поэтому требуется просветление, которое достигалось, в частности, жертвоприношениями. И в комментарии там Шрила Прабхупада говорит, что жертвоприношения были разных видов. Кто-то жертвовал собственностью, в том числе раздавая пожертвования, видите, даже в русском языке один и тот же корень жертвоприношения и пожертвования. Вот это принцип, вот это дана, тапа, ягия, да? Дана, как раз, давать пожертвования. И он приводил пример. В Индии богатые торговцы или члены королевских семей открывали различные благотворительные учреждения, вроде Дармашалы, Аннакшетры, Атитхишалы, Анатхалая и Видьяпитха. Вот это интересные термины все Шрила Прабхупада использовал. Дармашала – это значит возможность как бы жить праведно. Это вот название для гостиницы. Это не притон какой-то, понимаете, а это дармашала, чтобы ясно было, прям на вывеске, что это праведное место. Аннакшетра, это, наверное, понятно, да, что это поле, да, целое поле пищи. Это название для столовой просто, на самом деле, Аннакшетра. Атитхишала, это значит место для гостей, это в буквальном смысле слова гостиница, потому что атитхи – это незваный гость буквально. Вот, это мы можем видеть разницу между нашей отечественной культурой и ведической культурой, потому что в ведической культуре есть термин атитхи бхагаван, который означает, что незваный гость должен восприниматься как бог. А в отечественной культуре, значит, там о незваном госте другая поговорка существует. Это разница в культурах. Точнее, даже не разница. Строго говоря, отечественная культура, она выросла из ведической, просто выросла методом деградации. Вот что произошло. Анатхалая. Анатхалая буквально значит сиротский дом. Анатха – это сирота, буквально. И Видьяпитха – это такое, как бы, место знания, где знание дается. Это для образования.
Видьяпитху на Гавардхане. Школа санскритская называлась Видьяпитха. А в комментарии в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада говорит, в других странах тоже есть много бесплатных больниц, там имеется в виду вот эта благотворительность, да? Домов престарелых и подобных благотворительных учреждениях, которые там раздают пищу, дают образование, медицинскую помощь бедным. И вся вот эта благотворительная деятельность называется дравья-майя-яги. Дравья, почему дравья? Потому что при этом как бы жертвуются дравья. Дравья – это, в общем-то, материальные вещи какие-то, дравья. Вот. Но есть другие люди, Шрила Прабхупада там говорит, которые для возвышения или просто для перемещения на высшие планеты этой вселенной. Точно совершенно. Чандраяна – это чистая аскеза, так сказать. Это пост определенный, называется Чандраяна, связанный с Луной. Чандра, да, там, фазами Луны. Это определенный пост, о котором лучше не говорить даже, чтобы не расстраиваться. Вот. А Чатурмаси – это 4 месяца различных аскез. Шрила Прабхупада там в комментарии говорит, что это предполагает суровые обеты. Тогда жизнь идет по строгим правилам. Скажем, не бреются. Вот еще одна, значит, разница, да, между культурой ведической и современной культурой. Сейчас аскеза является бриться, как правило. Бриться – это аскеза, правильно? А не бриться нормально, растет все и растет там. Вот. Но чатурмаси, да, это считалось аскезой, если не бриться 4 месяца. Вот. Как правило, Шрила Прабхупада говорит, это с июля по октябрь происходило, это сезон дождей. Вот все вот эти аскезы чатурмаси связаны с тем, что саньяси, люди в отреченном образ жизни, должны странствовать обычно. Основная масса – это париваджаки, основная масса саньяси, странствующие. А в сезон дождей в Индии странствовать практически невозможно. Вот. Потому что, во-первых, льет, мы себе не представляем, как льет там, в тропиках, понимаете? Вот, там может быть стена воды, от которой можно просто стукнуться лбом, если выходишь там из двери. Вот, и, значит, из-за вот этого заводнения змеи активизируются. Их заливают норы, они злые все и кусаются. Вот, поэтому, как правило, эти 4 месяца саньяси в одном месте, и аскезы именно как раз вот должны быть профилактикой от этого хозяйственного обрастания, вот создания зоны комфорта, потому что человек так устроен, да куда его не помести, он там структурирует пространство под себя сразу. Вот. И поэтому предписывались аскезы вот эти 4 месяца, в том числе, конечно, и по еде тоже. Вот. То есть едят один раз в день. Так? Причем необычным образом едят. Значит, без посуды. Это значит, что-то там на пол выливается. Вот. И, значит, надо заложить руки за спину и хлебать там. Вот. И если ты больше в согнутом таком состоянии с руками за спиной, ты не можешь больше находиться и разгибаешься, то придется тебе уходить не солоно хлебавши, потому что второй раз наклоняться нельзя. Это некоторые правила чатурмаси.
Вот. Ясно, что сейчас это, как правило, уже не соблюдается. И Шрила Прабхупада говорит, что когда человек жертвует удобствами в жизни, то есть там посуда, нет посуды уже, там, вот, значит, это называется тапа-майя. Майя в смысле то, из чего состоит яги. Тапа-майя, дравия-майя. Есть, Шрила Прабхупада говорит, и такие, которые занимаются мистической йогой по системе Патанджали, для того, чтобы раствориться в абсолюте. И другими терминами это называется хатха-йога или аштанга-йога. Шрила Прабхупада говорит, ради других совершенств он так выделяет это, потому что действительно Патанджали, дав вот эту классическую йогу, не имел в виду других совершенств. Он имел в виду освобождение, понимаете, как цель. Освобождение, ну, как правило, действительно в растворении в безличном, абсолюте. Вот, но хатха-йога, как она вот сейчас дошла до нас, там другие цели, другие совершенства, как Шрила Прабхупада отмечает. Вот, и, как правило, там уже речь идет просто о способностях, о развитии каких-то особых способностей манипулировать материей. Вот, это очень тоже привлекательная такая цель. Там вот эти все ситхи, йога-ситхи. Йога-ситхи, на самом деле, это побочные результаты аштанга-йоги. Вот у Патанджали это побочные результаты, и там в классической йоге к этому относится неодобрительно, между прочим. Там говорится, что если человек увлекается вот этими ситхи, вот это явление называется факиризм, там, факиризм. Вот. И сравнивается оно с тем, что у человека было какое-то местное назначение, он шел определенным маршрутом, там, по навигатору шел, так, но, вопреки указаниям навигатора, он увидел на обочине цветочки красивые. И он сошел с дороги на обочину и увлекся этими цветочками, собирает цветочки до сих пор там. В классической йоге описываются ситхи, собственно. Мы тут читали, да, что Ришабхадев неодобрительно отнесся, когда в его теле стали проявляться эти ситхи, да? Он особенно не был рад, там говорится, да? Вот. А он не был рад именно вот потому, что это такая традиция мистической йоги. Там подымай, брат, выше, там эти цветочки особо не должны интересовать. Там речь идет об освобождении из материального рабства, постыдного рабства тела. Понимаете? Там очень четко вот это осознавалось, что стыдно. Понимаете, вот это рабство тела, это просто, это унизительно вообще для души. Понимаете, для духовного существа подчиняться какому-то, извините, куску мяса там или мешку с костями, да и не только с костями, если разобраться. Понимаете? Вот. Это унизительно, ясно, что духовная искра вляпалась, так сказать. Понимаете? Вот. И поэтому ведическая парамартха, так сказать, высшая цель ведическая, да, освобождение, как правило, из этого постыдного рабства. И такая же цель вот у Патанджали там декларируется. И Шрила Прабхупада говорит, что касается вот этого варианта, это называется йога-яги. Еще, он говорит, есть другой вариант яги – это когда изучается ведическая литература, особенно Упанишады и Веданта-сутра.
Или философия Санки, потому что есть Санки-сутры тоже. Веданта – это один вариант, Санки – другой вариант. И все это называется свадьяя-яги, то есть жертвоприношение изучением. И эти люди, занимающиеся вот разными ягами, они прилагают большие усилия, как правило, для достижения более высокого статуса в жизни. И, как всегда, Шрила Прабхупада в этих случаях, потому что тема жертвоприношения очень часто встречается в Бхагаватам, да, и каждый раз Шрила Прабхупада, описывая эти жертвоприношения, заканчивает одинаково, а именно: «Однако сознание Кришны отличается от всего этого. Это непосредственное служение Всевышнему Господу. И такого не получишь ни на одном из вышеупомянутых путей. Это можно обрести лишь по милости Господа и Его истинных преданных». Вот в каком смысле сознание Кришны трансцендентно, говорит Шрила Прабхупада, что вот этими материальными средствами не получишь никак. Кстати, это не надо думать, что это специфика Шрилы Прабхупады, что он всегда сворачивал, так сказать, на сознание Кришны и на Сангиртна-яги, когда он говорил о жертвоприношениях, потому что вот по странному стечению обстоятельств в воскресенье на Полежаевской мы читали 21 главу этой песни Бхагаватам, и стих был тоже о жертвоприношениях, в точности, значит, такой же стих, там жертвоприношение Махараджа Притху описывалось, и я там читал комментарий Вишванатха Чакраварти Такур, так, к этому стиху о жертвоприношении. И Вишванатха Чакраварти Такур тоже описывает в своем комментарии эти жертвоприношения. Он говорит, что там, значит, в ведическом жертвоприношении. Там есть определенные, значит, материалы, как там, тоже, видимо, дравия, так вот это, материалы вроде риса, значит, там рис должен быть на жертвоприношение. Там должны быть краски, значит, цветные порошки, он описывает здесь. Там должно быть определенная предварительная работа. Мишанович Кроль такой говорит, что в ведических жертвоприношениях надо было еще этот рис дробить. Там, значит, жертвоприношение, он должен быть раздробленным, этот рис. Вот. Там на жертвоприношении используются определенные мантры. Вот. Там есть определенная технология, когда стадии жертвоприношения, значит, описываются определенным образом, и надо все это выполнять. Там есть санкалпы, да, то есть там определенным образом формулируются желания тех, кто устраивает жертвоприношение. Там есть шакти предметов, компонент ведических жертвоприношений, что вот эти, казалось бы, материальные предметы, на самом деле там они полубогам не интересны. Им интересна шакти, которая в этих предметах заключена. Энергия. Вот. И также там отдельный компонент жертвоприношений – это имена, как правило, полубогов, к которым обращается жертвоприношение. Вот. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что вот это вот и есть в строгом смысле карма ведическая. Вот эта деятельность жертвоприношения, вот это и подразумевается карма в ведах. В чем состоит карма? Вот в этом она состоит. И он говорит, по самой своей природе карма материально нечиста и раджасична. Как правило, значит, кто будет затевать все это дело, жертвоприношение, это же затевают те, на кого раджас действует просто. Они стремятся к удовлетворению материальных потребностей, понимаете, и ради этого совершают деятельность. Поэтому ведическая карма раджасична. Но, говорит Ачария, как вот показано в истории Притху Махараджа, что если в действительности
вся эта деятельность в конечном счете посвящается не полубогам, которых называют там во время жертвоприношения, а если она в действительности адресуется Всевышнему Господу, как было у Притху Махараджа, то тогда это все одухотворяется, говорит Вишванатх Чакравартти. Это все тогда одухотворяется. Это об этом же Кришна сказал в той же 4 главе, Брамар Панам, да, и так далее. Вот этот стих знаменитый. Когда все становится браманом, да, все компоненты жертвоприношения. Вот. И описав таким образом жертвоприношение, Вишванатх Чакравартти Такур говорит, что зачем это нужно все, он говорит. В точности, как вот Шрила Прабхупада, он следует Ачарье в данном случае. Он говорит, зачем это нужно? Ведь с самого начала просто слушание и воспевание святого имени Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Все это чистое знание, ведь замысел, мы говорили, замысел кармы состоит в том, чтобы просветлить, да, очистить человека, чтобы у него гьяна проявилась, знание, трансцендентное знание. Но зачем столько хлопот, говорит Вишванатх Чакравартти Такур, если чистое знание обретается простым методом слушания и воспевания. И с самого начала этот метод сам по себе свободен от гун, от оскверняющего воздействия материи, сам по себе метод. Кто его совершает, он может быть не учится, я не имею никого в виду лично, но Господь Капила описывает это, что совершающий этот метод, а именно повторяющий, да, он может находиться, правильно? Он может находиться под действием явно определенных гун. Ну, что бы он стал так повторять, да, иначе? Это точно гуны действуют. Вот. Но сам по себе метод свободен от гун. Поэтому Вишванатх Чакравартти Такур говорит, что вот этот метод выше любой ведической кармы. Шри Джаганнат Баладев Субхадра Майки. Шри Шри Гурнитайки. Да. Вот, поэтому, видите как, поэтому надо заниматься санкиртной ягой. Шрила Прабхупада везде, вот обратите внимание, как только речь заходит в Бхагаватам о жертвоприношении, он везде будет говорить, что заниматься надо санкиртной ягой. Это тоже как бы не его прихоть, потому что в Бхагаватам это сказано. Применительно к нашему времени именно. Бхагаватам, видите, он содержит множество пророчеств. И в частности, там говорится Кришна-варнам, Твиша Кришнам, Санга-панга, Страпаршадам, Ягер Санкиртана Праер, Хи Сумедасам. Видите, это другое значение слова меда, а именно мозги. Потому что в Ведах там мозги предполагались на жертвоприношение тоже. То есть нельзя вот как сейчас, допустим, в Кали-Югу приехать там на Полежаевскую вообще без мозгов и участвовать в жертвоприношении. Там предполагалось, что мозги должны быть у человека. Вот поэтому медга такое вот значение. С одной стороны жертвоприношение, с другой стороны мозги. И в данном стихе из Бхагаватам, из 12-й песни, это вы тоже запишите, важный стих, 12.3.32. Это как раз описание юг различных, вот эпох, какие вот бывают эпохи. И там про нашу эпоху конкретную произносится вот этот стих, что это очень необычное время, как мне Сарвагья Прабху показал там сейчас. Он редактирует перевод на русский язык Татва Сандарбхи Джива Госвами. И переводчик там осовременил немного язык, и он мне показывает, там Джива Госвами в этом переводе говорит: «Мы живем в лихое время». И вот, значит,
в лихое наше время, в Бхагаватам. Подождите, а я что, я назвал 12-ю песню? Это, конечно, 11-я песня, да, это 11-я песня. Что-то мне кажется, что даже не 3. По-моему, это 5, на самом деле. Это у меня какая-то ошибка здесь. Это 11-5-32 все-таки. Надо посмотреть, что это за стих 12-3-32. Наверное, тоже какое-то отношение имеет вообще к нашей теме. Вот. А этот стих 11-5-32, где говорится, что хоть это, конечно, время лихое, но у него есть преимущества определенные. Господь явится в это время Кришна-варном твиша Кришна. То есть он явится не черным. Почему подчеркивается не черным? Потому что в других пророчествах, так сказать, в других шастрах, особенно в Пуранах, там как раз говорится, что в Кали-йогу Господь является черным. В том числе Рупа Госвами это пишет в Лагу Бхагаватамрите. Там конкретно у него говорится, что в два пару цвет шьям, и в Кали цвет Кришна. Там конкретно говорится. Вот. Но Бхагаватам говорится, ты видишь, А-Кришна, А-Кришна, не черный, специально говорится А-Кришна, что в эту эпоху он будет не черный. Спрашивается, подожди, а как же с черным быть? Вот. И там объясняется, комментаторы объясняют это, что Кришна иногда отдельно Юга-аватару как бы не выделяет. Он просто является сам, когда то функции Юга-аватары он попутно выполняет сам. И как бы вот эта Юга-аватара, она в нем, как экспансия, она не выделена, а вобрана наоборот. Вот. И это так произошло с Кришной относительно два пара юги, так объясняется. И точно так же произошло в наше время с Господом Чайтани. Что он не был черным, но черный был в нем. Юга аватара был в нем. Он, потому что сам не аватар, он аватари. Он источник аватара. Точно так же, как Кришна вот, являлся два пара юга, он был источник, и он не выделял отдельную юга аватара. Вот. И Кришна варнам, значит, что на самом деле эта личность, которая не черная, да, в Кали-югу, эта личность, тем не менее, Кришна-варнам, она относится к Вишну-татве, к разряду Кришна-варнам. Это значит, это может пониматься как разряд, это на уровне Кришны, значит, на уровне Всевышнего Господа. Но также это, разумеется, может пониматься как слоги. Да, варна, одно из, варна – это очень широкое слово, множество значений, и в том числе слоги в грамматике. Вот, и, значит, это аватара – это форма Бога, которая проявлена бывает в Кали-югу. Кришна варнам может означать, что она повторяет слоги Кришна. Постоянно повторяет эти слоги Кришна. Кришна, 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 Хе. Господь Чайтанья повторял. Вот. И Санга, Упанга и Паршада, да, то есть он является не один, санга, са-анга, да, вместе с ангами своими, это ачарьи говорят, что это подразумевается Нитьянанда Прабу, Ядвайта Ачарья, это анги его, правая и левая рука, анги. Упанги, это тоже как бы, ну, как бы, как члены тела, но менее значительные. Это ачарьи говорят, что это Шривастакур. И Паршадам – это вечные спутники, и там подразумевается широкая категория, начиная с Гададхара Пандита. Такой вариант я вот, недавно сравнительно прочитал. Дай Бог памяти у кого? Может быть, у Бхактисиддханты Сарасвати. Может быть. Ну, кстати, это комментарий на Чайтани Чандрамриту. Скорее всего, оттуда. Вот, так что Санга, Пангастра, Паршадам, да? Они, вот все эти спутники, все это окружение Господа выполняют функцию астры, то есть
есть это его оружие. У него другого оружия нет, потому что обычно Вишну является вооруженным, так? Но вот он в Кали-югу, в наше время, он в качестве оружия имеет вот этих спутников своих. И там говорится, яджантихи сумедасам, то есть те, у кого еще в Кали-югу останутся мозги, вот это подразумевается, сумедасам, у кого сколько, это будет, как правило, как мы видим, немного людей. Понимаете? Вот. У кого еще останутся мозги, те будут совершать санкиртные, а именно петь и повторять «Харе Кришна! Харе Кришна! 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 Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе!» Какие-нибудь вопросы, может быть, опровержения, там, протесты? Протесты? Нет-нет, там именно вот такая трактовка, это, по-моему, вот комментарий Бхактисиддханты Сарасвати на Чайтани Чандрамриту, что просто в определенные эпохи Кришна не выделяет отдельную югу-аватару. Он сам все функции выполняет, сам нисходит и сам выполняет все функции. И как золотая в Кали-югу, и... А Кришна не черный, как здесь говорится, Бхагаватам. Вот. И там конкретно множество, там один из спутников Господа Чайтани составил книгу из 108 предсказаний явления Господа Чайтани по шастрам. Вот. И, в принципе, вот в том же комментарии Бхактисиддханты Сарасвати на Чайтани Чандрамриту он цитирует многие вот эти шастры, где предсказывается явление Господа Чайтани, и во многих местах это суварна варна хеманго, да, то есть там явно не черный, а явно золотой, суварна варна хеманго. Это отвечает на ваш вопрос? Или у вас какие-то сомнения есть на этот счет? Как, знаете, Адвайта Ачарья, он когда, он же читал лекции тоже по Бхагаватам, Адвайта Ачарья 500 лет назад, и свои лекции он заканчивал так, у него был железный посох, и он его воздевал над головой и спрашивал, у кого остались сомнения в Господе Чайтани? И у кого не было никаких сомнений. У вас тоже нет сомнений? У меня, правда, нет посоха. Нет, нет, это не Видура. Это Баларам был привязан к Дурьотхане. Про Видуру говорится? Особенно. Вы мне покажите это место, потому что в Махабарате такого нет точно совершенно. Там наоборот. Не случайно Дурьотхана оскорбляет Видуру, и Видура уходит. Да, это не случайно, потому что Видура был очень проницательный, и он... между нами говоря, по-моему, рекомендовал первенца Дхритарашты сразу убить вообще, потому что Дурьотхана, когда родился, он издавал ослиный рев. Понимаете? Там моя мама тоже мне предъявила эти претензии, что я все время орал, но она не говорила, что это был ослиный рев. А у Дурьотхана, значит, там конкретно был ослиный рев, и Видура расценил это как неблагоприятное знамение и решил там... Дурьотхана, да, это в Махабарате говорится. Не лыком шит. Да. Нет, там не бабушка была, там, значит, мать была дочерью олицетворенной смерти, мать этого Вены. То есть Анга, видите, женился вот так, знаете, женщина неизвестно на ком. Потом выяснится, что тесть – это олицетворенная смерть вообще.
Я сразу вспомнил одного краснодарского преданного, у которого так и получилось примерно. И он мне рассказывал, что этот тесть все за мной ходил там, орал на меня. Но я своим вайшнавским смирением, значит, его в итоге как-то утихомирил. Такая история. Как вы говорите? Нет, там просто он описывает династии царей, и вот Видура удивился, думает, что ж такое-то, откуда этот злодей-то возник, Вена. Ну да, ну он всю династию, он же и дальше будет рассказывать, и после Махараджа Притху. Так что Вена сгодился, в принципе. Пахтанием его тела был получен, значит, Махарадж Притху. То есть вообще фактически Господь, так сказать, свою личную энергию послал вот в том, чтобы появился Махарадж Притху и совершал разные сверхчеловеческие деяния. И, по-моему, хватило там одной руки, что ли, от вену, да? Там какой-то элемент, даже не потребовалось все тело. Да, вот видите, наше тело может преподнести самые неожиданные сюрпризы. Еще какие-нибудь вопросы, может быть? Хотя у нас, наверное, времени больше нет на вопросы. Грантарат Шримад Бхагаватам ки, Шрила Прабхупада ки, Гор Премананди.